очередь. Ну, лучше в трубу хотя бы назначили. Но хотя бы работает. Всем привет. Сегодня 28 февраля. Последний день зимы. И у нас уже четвертый день идет война в Украине. Я думаю, об этом все знают. Хочу записывать эти видео маленькие для того, чтобы в будущем, если я уверена, что все закончится, когда все закончится, у меня будет плохое настроение и тому подобное. Я пересматривала эти видео и понимала, что плохое настроение – это фигня. Ну, в общем, творится много плохого, и бессонные ночи, постоянные ночи в телефоне, это изматывает. Я, например, лично за себя, я уже, если еще день назад я была бодрая, то сейчас я даже иногда не могу говорить, потому что мне очень, ну, я не могу просто. Я надеюсь, эти видео помогут мне хотя бы отвлечься, потому что ситуация, мягко сказать, хреновая. Много знакомых, родственники, родня остались в Киеве. И бомбят даже Западную Украину, а там тоже есть родственники с маминой стороны. И за всех переживаешь, и за себя. Мы решили с Сашей собрать все нужные вещи, кошку, и сейчас дислокация у нас — это квартира родителей. Мы в одной комнате, с ним в одной комнате, родителей в другой. У нас там два кота, и вот так в течение уже 3 дней вот так мы живем, не знаю, проснемся ли мы утром. Вот сегодня утром в 2:30 утра была опять сирена и воздушная тревога. Это ужасно, когда ты спишь и начинается сирена. Но опять же говорю, нам Боженька миловал, нам крупно повезло пока что. Я не знаю, что будет дальше. Я надеюсь, это все скоро закончится. Но есть области и города, в которых сирена воет, и потом наступают действия, после которых умирают люди. Хочется, конечно, думать о хорошем, но нормально себя чувствовать получается только днем, когда наступает день. Ночью, вечер – это самое ужасное время, потому что у нас ввели комендантский час. И в это время нельзя выходить на улицу, и на улице стоит гробовая тишина. Над городами летает, над городом, ну, вообще над областью летает много дронов. И непонятно, для чего это, что это несет. Мы сидим в группе, нашей городской группе, в чате и делимся информацией по разным районам своего города, кто видел сирену, взрывы или еще что-то такое. Это, честно говоря, это очень изматывает, потому что постоянный поток новостей, жертвы, бомбежка, это, я честно сказать, не думала. Не думала, что нас это застанет, наше поколение. И каждый раз, когда у меня промелькала мысль о том, что собирать с собой тревожный чемодан, у меня наступала паника, потому что, ну, нет такого чемодана реально, куда поместится все, что тебе дорого.
Мы сейчас пришли. Сегодня понедельник. У меня от нервов жутко стали вылазить волосы. Я очень похудела. Самое страшное для меня это то, что я ношу линзы. И линзы я всегда заказывала с Киева и Сумы. Те города, которые сейчас находятся в конкретных боевых действиях. И доставить их сюда не смогут. Поэтому я сейчас делаю очень большую ошибку. Я постоянно нахожусь в линзах. Я их даже не снимаю, потому что я просто ничего не увижу. У меня есть очки, но очки могут разбиться. Я их берегу на крайний случай. Один раз только надевала. Сейчас пришли домой, поставили хоть стирку. Стирается. Там переклеили дверь. Окна тоже я немножко заклеила на всякий случай. Ну, у нас, в принципе, еще днем оживленная улица. Ну, много машин, много людей. Пока в магазинах есть еда, они все скупают. В аптеках уже очень мало всего осталось. Я каждый день сижу на успокоительных, потому что по-другому просто лечь, сложить копытца, так сказать. Если бы не мама, я бы, наверное, вообще не кушала и уже умерла от голода, потому что в рот не лезет вообще ничего. Как бы там ни была ситуация, покажу вам еще из прикол. Я оставляла мытье этой плиты. Смотрите, какая она стрёмная, грязная. Это я там не показываю вам еще. А оставляла ее, чтобы снять в ТикТок, и так и не сняла. Если мы завтра проснемся, все будет хорошо, придем, я ее помою. Наконец-то. Я не знаю, зачем я записываю это видео. Если мы выживем, и это все закончится. То это будет, наверное, самым самыми важными кусками видео моей жизни. В общем, ночью у нас опять была сирена. Мы находимся в центре боевых событий. Вокруг идут боевые действия. И вчера взорвали электростанцию ТЭЦ на... У нас частично в городе пропал свет, вода, отопление даже говорили. А сегодня утром взорвали, не взорвали, а попали в атомную станцию. Не помню где. Где-то Энергодар называется город, где-то там Запорожская область. Да, Запорожская область. Комаров, смотрели Комаровского, он сказал, как можно избежать того, чтобы щитовидка не была такая уязвимая. Это таблетки калия и йодида, которых, естественно, уже нет вообще в городе. И йод, капли йода, но йод весь ушел на армию. Короче, вы знаете, давайте на чистоту. Столько шансов сдохнуть у меня, наверное, в жизни не было еще никогда. А, да, еще сегодня мэр выступил, сказал, что в городе заканчиваются продукты и поставок не будет, потому что мы в обложении. Никто не пропускает машины. Их расстреливают, подминируют. Ну, это трындец, ребята. Я уже просто, я все. Может, сейчас кто-то подумает, что я жалуюсь. Да, я жалуюсь, ребята, я жалуюсь.
пусть нам не досталась ноша боевых атак, нам досталась тоже нелегкая, это моральная часть, когда ты не знаешь, что будет дальше. Подорвут тебя или не подорвут, сдохнешь ты с голода или нет. Я никому не желаю находиться в такой ситуации, потому что вера в себя и в то, что все будет лучше, она ее нет. Всем привет! Сегодня суббота, по-моему, 5 марта. Это была для меня лично очень тяжелая моральная ночь. В общем, все было, слава богу, спокойно, никаких атак, тревог, взрывов. Но я зашла перед сном в новости и начиталась ужасов таких, которые просто даже людям, которые живут далеко отсюда, я даже не хочу рассказывать, просто ужасы, ужасы. Плохо спала, что-то снилось, ну, это фигня по сравнению с тем, что люди испытывают в других частях Украины, так сказать. И сегодня с утра решила для себя взять себя в руки и что-то делать. Поэтому мы пришли на нашу квартиру, опять поставили очередную стирку. Я даже немножко накрасилась, потому что не могу смотреть на себя уже в зеркале. Помылись, я помыла голову, потому что же там просто капец. И сейчас не до изысков мыть голову постоянно. Выпила одну таблеточку успокоительного. Я их пью очень редко, потому что в аптеке ничего нету, и мне надо чем-то глушить вот эти вот состояния, а эти таблетки меня очень спасают. Потому что без таблеток я понимаю, какой трындец у меня происходит в голове. План на сегодняшний день для меня – это прийти домой к родителям и заклеить скотчем окна. Мы вчера купили скотч, но этого так и не сделала. Потом сделать растяжку и подкачать мышцы. То есть начать заниматься мышцами, потому что я совсем похудела, совсем стала дряблая. Мне нужно хоть как-то держать себя в форме. Тем более, что я все равно весь день лежу. Это неправильно. Как бы там ни было, как бы дальше ни сложилась ситуация, все советуют что-то делать. Это очень приземляет. И стараешься не думать о плохом. Все равно нервничаешь, все равно напряжен. Еще мы сегодня будем пытаться купить туалетную бумажку. Пока такая обстановка на данный момент. Еще абсолютно неизвестно, сколько это все продлится. Но я каждый день молюсь и прошу у всех сил, которые есть в этой жизни, правдивых, неправдивых, чтобы это все скорее закончилось и как меньше людей умерли. Потому что читать каждый день сводки новостей – это страшно. Всем привет, друзья! Сегодня 6 марта. 10-й день войны, ужасно это, конечно, осознавать. У нас сегодня обалденная погода, светит солнышко, все тает. Такой день весны какой-то настал. Мы сейчас выехали завести бабушке Сашиной лекарства, купить минералочки. И просто проветриться, потому что уже не варит башка.
только что встретила подружку, стояли, болтали с ней. Не дозаписала вам видео. Сейчас пришли в квартиру посмотреть. Я поняла, как я соскучилась по своим вещам, по квартире. Вот правду говорят, что когда когда теряешь, тогда начинаешь осознавать, что потерял. Но сейчас мы уже больше недели находимся вне дома. И, честно говоря, я очень скучаю. Тут наши вещи. А мой дом там, где мои вещи. Кошечку мы, конечно, забрали. Очень хочется быть дома. Я надеюсь, что в скором времени все этот кошмар и ад закончится, и мы вернемся домой, и все у нас будет как прежде, еще даже лучше. Сегодня у нас такая погода, и я сегодня себя как-то эмоционально по-другому чувствую. Видно, психика перешла на уровень, когда мозг бережет себя. Типа все хорошо, я не знаю, там у психики есть какие-то там уровни в этом плане. Хочется верить в лучшее, настраиваться и не бояться. Я надеюсь, что мы будем праздновать нашу победу в скором времени, и мы все останемся живы, как бы это ни звучало. Все у нас будет классно. $200,000 одна стоит, а сегодня по виннице стояли. А самолет сколько стоит? Я знаю, что это стоит. Богато. Так его сбили? Нет. 40 чем-то. Восемь ракет они пустили каждый год. Фух, блин. Короче, сегодня понедельник, 7 число. Ой, мы Сашку лечим от коронавируса уже вторую неделю. С ним он лечится. Мы сейчас были в диагностическом центре, делали снимок. Покажи свои легкие. Маленькие легкие. В общем, сделали описание, вроде никакого воспаления нет. Сейчас напишем врачу. Потому что закрыта клиника и только онлайн-консультация. И это офигенная новость, хоть одна за последнее время. Будем думать, что делать дальше, чтобы сбить температуру и долечить Сашку. Ну, это хорошая новость, не зря встали утром. Сердце. Сегодня так у нас прохладненько, более-менее солнечно. Вон мой дом за угла выглядывает. Я что-то думаю, что в этом доме есть убежище. Всем привет! Сегодня у нас 8 марта. Выгляжу я, мягко говоря, не очень. Мы пришли на квартиру помыться, переодеться. Состояние, честно говоря, ужасное. Я пытаюсь держаться, я понимаю, что у нас ситуация просто великолепная по сравнению с остальными людьми. Но вот это переживание за остальных, оно меня не оставляет в покое из-за ситуации в целом.
А еще сегодня Саша подарил, наверное, самый красивый букет в моей жизни на 8 марта. И самый ценный. Из таких красивых роз. Я надеюсь, эти розы будут не последние, и все обязательно наладится. 8 марта 2022 год. Просто какая-то трешатина. На камере, конечно, не так все. Тупо пошел снег. Всем привет! У нас сегодня... я даже не знаю, какое сегодня число. 10 марта сегодня у нас. Очень холодно, очень ветрено, очень дымно у нас. Мы, как всегда, вышли, чтобы там поделать всякие дела и заехать на квартиру, помыться, посмотреть, что там, как там, постирать, побыть там. Ходят люди, смотрят, заглядывают в машину, что я делаю. У нас, как всегда, без изменений, очереди в продуктовые, хозяйственные магазины, ветаптеки, очень большие очереди. Много людей на рынке. Короче, как-то так. В стране ситуация все та же. Эти орки атакуют основные областные центры, ближайшие к ним села. Ночью, после того, как заканчиваются зеленые коридоры, начинаются авиаобстрелы. Постоянно приходят уведомления о том, что все в укрытие. Я эту ночь до 1:30 не спала, потому что ждала, чтобы отмену сделали поветренной тревоги в Сумах. И сегодня с утра снова, хотя сделали, договорились о коридоре, но в зеленом все равно берут и провоцируют, и атакуют. Я сегодня проснулась с чувством радости и счастья, что вы вообще проснулись, что день наступил, и все у нас более-менее хорошо. Но внутри все равно вот этот есть страх. Но я надеюсь, что все вскоре закончится. Еще такой момент. Вчера попало видео какого-то победителя шоу экстрасенсов, который сказал, что после 12-13 марта военные действия будут потихать, заканчиваться, и ближе к концу месяца все это рассосется. Сегодня 10 число. Много раз уже говорили, что будет и до 5, до 9, до 8. Ну, пока так. Но меня почему-то его слова вчера воодушевили, вдохновили. И мне показалось, что это правда. Ну, или я хочу в это верить. Сейчас по максимуму я стараюсь отвлекаться,
не думать о таком всем, потому что можно просто сойти с ума. Надо просто наслаждаться, потому что сейчас у нас все так, и дай Боже, чтобы так оно и оставалось. Так что я надеюсь, я буду монтировать это видео уже тогда, когда все закончится, и буду себя чувствовать в безопасности.